Друзья, прихожу домой, смотрю, у нас дыня, которую подарили, уже цветочек дал. Я так и не понял, это дыня или подсолнечник. И бегом, в общем, пересадить, потому что он сломался бы, да, уже маленьким. И посмотрите продолжение. Делаю, в общем, экспромтом. Смотрите, сколько они растут быстрее, чем мы ожидаем. Смотрите, какая красота. В общем, подарили, сказали дыни, но я не знаю, дыня или... или солнуха. Вот, сейчас будем с вами так, как он стоит. Сейчас сюда землю. Вот я все вот бегом, в общем. Еще, чтобы не сломать, представляете? Красивую сторону на вас. Ну все, дно тоже нашел, переставляем сюда и начинаем поливать. Кстати, такая поливалка красивая, вот купили, очень удобная, хорошо поливает, классно. Вот эти, видите, видео вы смотрели, когда мы их сажали. Вот еще смотрите, сколько чего у нас здесь. Будем все снимать и показывать вам, друзья. Друзья, все, вон, смотрите, я вперед покажу вам. Вот, вот. На этом заканчиваю. Вот этот красивый наш дыня, пока так назовем, раз. Посмотрим, интересно вам будет, что будет это. Потом я обязательно сделаю видео, когда вырастет. Уже будет понятно, что это, да, друзья? И вы увидите, очень, ну, написано дыня, видите, когда вдарили. Итак, друзья, вы увидели, я экспромтом, даже голова не полностью снял, да, бегом это все было сделано, но я думаю, вам понравилось все равно видео, и подпишитесь, поставьте лайк, ждите, будет интересный момент, все-таки это дыня или подсолнух. Всем пока, до новой встречи.